Девочки, всем большой приветик. Я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я, как и обещала, снимаю обзор на палеточку Too Faced, которая называется Chocolate Bar. Вот эта вот палеточка. Я просто более подробно вам сейчас ее покажу. Покажу свотчи, и вы для себя решите, нужна ли вам эта палетка. Вот, вот так она выглядит. Идет такой металлический каркас, то есть упаковка металлическая полностью в форме шоколадки. Очень симпатичная такая вообще упаковочка, очень такая прочная. Открываем. Внутри мы обнаруживаем саму палеточку, да, здесь зеркало и сами тени. И самое главное, девчонки, я вам забыла сказать, что эти тени пахнут именно вот шоколадом. Да, и вы знаете, каждая тенюшечка имеет свое название. Тут, видите, надписи. Эти названия, это название шоколада. Ну, то есть разных шоколадов. Вот, ну, например, если взять вот этот, это, например, белый шоколад, да? Вот это вот тенюшка. Вот, здесь находится несколько матовых теней и несколько теней с шиммером и несколько теней такие вот немножечко как бы с блестками. Так, начну, наверное, с матовых, да. Первое, вот эти девчонки тени White Chocolate, вот это вот, это полностью матовая тенюшка. Вот такой у нее swatch. Попробую сделать сразу на руку, если у меня получится. Очень мягкие девочки тени, и они такие, знаете, пудровые. Вот сводчик. Эти тени можно носить просто как полностью базу на все веко. Дальше. Следующая называется Milk Chocolate. Вот эта вот тенюшечка. Сейчас сделаю сводч. Это тоже матовые тени. Вот такой цвет. Вот вы видите сводч. Покажу поближе. Вот этот оттеночек. Дальше тенюшечка идет такая немножко с блестками, называется Black Forest Truffle. Вот это вот. Вот вы видите, да? Немножко она поблескивает. Так, постараюсь сделать сводчик. Но они достаточно такие темноватые, да? Тени. И вот их сводч. Дальше, следующий тон называется Triple Fudge. Вот этот вот крайний, тоже такой темный, но они тоже матовые. Вот такой вот оттеночек, вот он. Также сделаю сводчик. Вот вы видите, вот этот вот. Далее, и вот самый первый, вот этот цвет называется Gilded Ganache. Ну, что-то в этом роде, ну, на английском все, девчонки. Вот, он тоже идет такой немножко матовый, немножко с таким вот как бы атласным таким вот блестком. Сделаю вот здесь. Вот они, последние. Вот, то есть вот я сделала сводч на вот этот первый этаж. Вот они, сводчики. Дальше. Так, сейчас я пойду возьму салфеточку, потому что нужно вытирать. Дальше деньги. Переходим вот к этому вот среднему ряду, да? Первый цвет, он матовый, вот этот вот оттенок называется Salted Caramel. Ну, видать, карамелька. Это я так уже сама там произношу, как могу. Так, вот он. Вот его сводч. Вот, следующий оттенок немножко идет с таким вот, не то что шиммер, а с таким вот атласным блеском. Вот этот вот цвет, очень-очень красивый, называется он Марзипан. Так, сделаю сводчик. И вот его сводч. Тенюшки очень, девчонки, мягкие и такие вот пудровые они. Далее, следующий оттеночек идет такой тоже матовый. Вот этот вот цвет. Называется он Semi Sweet. Вот такой. Рядышком сделаю вот его сводчик. Вот этот вот. Далее розовый, такой нежно-нежно-розовый цвет. Тоже идет, тоже матовый. Вот этот вот.
Называется он Strawberry Bonbon. Сейчас я попробую сделать сводч тоже. Они такие, знаете, пудровые, такие нежно-нежно-розовые. Вот, если вам видно, вот такой вот сводчик. Так, сейчас я сотру. Далее идет вот этот вот красивый оттенок. Вот такой вот вы видите, тоже с такой текстурой, да, очень красивая, немножко такой с блестками. Этот оттеночек называется Candied Violet. Так, попробую сделать вот этот вот цвет. Очень красивый. Я вчера делала макияж с этим цветом. Вот его сводч. Я думаю, что вам хорошо видно сводчики, да? Сижу перед окном специально, чтобы было видно. И последний цвет в этом ряду. Вот этот вот тоже очень красивый. У него такая текстура немножко такая, знаете, атласная. Так, попробую сделать сводч. Называется он Amaretto. Вот его сводчик. Так, сделаю рядышком. Вот он, последний. Это можете наблюдать, да? И переходим к последнему ряду, самому нижнему, вот этому. Так, первый цвет называется Hazelnuta. Вот его сводч. Вот он сверху. Дальше второй оттеночек называется Крем Брюле. Очень красивый, такой золотистый. Вот вы видите, да, второй. Вот, сейчас я попробую сделать. Очень красивые тени, девочки, такие вот они атласные, такие вот блестящие, переливающиеся, да, золотистые. Вот они, вторые. Так, третий оттеночек называется Hot Chocolate. Это вот, вот этот вот цвет, третий. Сейчас сделаю сводч. Он такой немножко полуматовый, полуатласный, но очень красивый, вот видите, да? Третий сводчик. Так, сейчас попробую нанести. Вот он. Красивый оттенок. И предпоследний оттеночек называется Sherry Cordial. Вот этот вот. Вот его сводч. Сейчас я нанесу. Вот он, нижний. И последний, девочки, вы знаете, очень красивая тенюшечка. Я ее использую также как хайлайтер. Очень-очень красивый. Называется Шампань Трюфля. Вот эта вот самая, которая большая. Посмотрите, какая она красивая, эта тенюшка. Очень красивый нежный оттенок. Я использую на уголки глаз и как именно как хайлайтер. Бесподобно красивый оттенок. Такой очень нежный. Очень такой деликатный. Сделаю сводч, чтобы вам было видно. Вот он, самый вот этот нижний. Девочки, я надеюсь, что вам видно. Я сама ничего не вижу, потому что я сижу перед окном. Но вроде бы все видно. Ну вот, в принципе, вот и все, девочки, сводчи этой палеточки. Вы можете наблюдать их на моей руке. Я думаю, что вам видно, да? Я очень близко приблизила свою руку. Вот. И сейчас я вам поближе покажу эти тени в самой палеточке. Вот так они все выглядят. Так что я думаю, что я смогла все-таки как-то передать вам цвета, да, текстуру этих теней. Тени очень мягкие, очень такие пудровые. Ну вот еще раз покажу сводчики. Вот. Вот, в принципе, и все, девочки. Так что каждая тенюшка имеет свое название шоколада. И сама палеточка пахнет очень-очень приятно вот именно шоколадом. Действительно, они здорово сделали, как вот плитку шоколада, да, и сами тени передали, вот именно запахи. Такие очень приятные. Ну и, конечно же, сама коробочка сама по себе очень такая красивая. Вот такая классная коробочка. И сзади мы можем наблюдать все вот эти тени с их названием. Ну вот и все, девчоночки. Я надеюсь, что вам понравился обзор. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Все, всех целую. Чао.